Всем привет! Мы сегодня будем производить общественный контроль в магазине «Магнат» по улице Советская, 24. Я представитель общества защиты прав потребителей. Вот поступила жалоба, что тут есть просроченная продукция. Да, такие конфеты я, конечно, бы не очень хотела есть. Так, и в этом магазине. Срок годности вышел на 9 дней. А где это администратора? Такая жалоба, можно увидеть? А мы не обязаны вам давать. Это вы потом в офис заходите приехать. Вы знаете, мы пришли как покупатели, как простые. Согласно 8 статье защиты прав потребителей, продавец обязан предоставить всю информацию о товаре и не запрещает вести видеосъемку. Как вам упаковочка? Давайте посмотрим сохранность. Я бы не очень хотела такой себе купить. Люблю я, конечно, газированные напитки, но такой бы я пить не стала. Все это пойдет к нам в утилиту. Прям выпадает ко мне. Хочет быть съеденным. Срок годности дает о себе знать. Просрочено Рафаэла. Вот смотрите, срок годности. До 24-16 года. Торт просроченный. Это ж люди травятся. Олег. Ну говорите, что? Сюда. Ну подойдите сюда. Подойдите, все, разговором. Что есть заказы-то? Заказа нету никакого. Вы что? Если у вас все нормально, вопроса не будет. Никакого заказа нету. Это не заказ. Ну тогда магазин закрыт. За какой? А вы не имеете, мы полицию вызывали. Да вызывайте полицию. Ну все, выходите из магазина, свет отключается. Выходите из магазина, говорю, вызывайте органы, пусть придут проверят. Оплатите, покупайте. И вы при нас утилизируете его, чтобы дальше он не пошел. Утилизировать из-за того, что вы пришли, какие-то условия тут предлагаете. Послушайте, покупайте, покупайте, идите, вы покупаете, пока мы не утилизируем. Прежде чем ругаться, проконсультируйтесь. Слушай, другой интеллектуальный, вот этот вот, допустим, товар, человек, мир, понимаете? Приходит человек с мирным, их мерчендайзер. А вы знаете, вот накажите. Вот. А вот накажите. Дата изготовления есть, да? 22.04. Где тут? Почему пусто? Вот он. Покажите, пожалуйста. Ну покажите мне. Хотите пожаловаться? Нет, я жаловаться не буду. Зачем хочу тогда он был? Жаловаться я не буду, я хочу посмотреть. А все книги есть, зачем вам? Можно увидеть жалобу? Увидите, позвоните с нашим юристом. Вы потратите все наши лица, закрывайте, пожалуйста, вы не имеете права. Это 15-го расфасовано, 22-го просрочено за 7 дней. Годен, это неправильно опять технически, вы откройте, посмотрите. А кто ответственный? 15-го числа. А кто ответственный за это? Кто ответственный за это будет наказан. Вот наказан, это молодцы. Тоже просроченное, как никакое число. 26.04. А вчера надо утилизировать. Это утилизировать. Надо утилизировать. За это ничего не говорим. Это правильно. Это все, ребят, вы учу. За это. Входим до 22.12. 15 года. Это новый день. Да не, ну почему? Вы будете у нас 13 часа жать. Мы никуда ложить не будем, чтобы дальше другие мы это все купим, и вы обязаны при нас быть уничтожены. Вот это вам. Типа, ну вам деньги не вернут. Ну как? Ну тогда мы полицию будем вызывать. Как вы не вернете? Ну вот смотрите. То есть потерялись деньги. А если человек отравится? Вот знаете, сколько она обращается? Человек не отравится, сколько? Это раз. Знаете, сколько нам, такое большое количество людей обращается с жалобами. На кого вы это вернете?
Кому уже лежит? Да какая разница, я на фирму возвращаю. Вам так, ну год уже лежит, фирма не принята. Фирма возвращает только слушайте, тогда? Слушайте, это ваша фантазия, но я возвращаю. Какая ваша проблема? Фирма возвращается в течение нескольких дней, если товарный товар валит, это фирма просто выбор, скручивает. Друг мой, какая вам разница? Так надо и фирму наказать, которая с годом просрочена. По-моему, это не трубочки уже, а крошки. Классный магазин. 15.03.16. Сегодня у нас 27. Огнетушители в порядке. Тоже с огнетушителями все хорошо. Тут были предложения просто его выпить, но я думаю, не нужно рисковать своим здоровьем. Да, там чуть-чуть, да? Все. Вот это. Видите, все утилизировали. Огромное спасибо управляющим. И вам спасибо. Обещали исправиться, обещали выгнать товароведа, который только нарушений сделал, уже выгнали. Через месяц придем, сделаем анонс. Но я думаю, справится. Да? Все, спасибо огромное. Все, счастливо. До свидания.